так это примерно оттуда, да, прилип. Кто это был? Это был твой дубликат. В погоню! Нам нужны эти данные. Отследить ее можешь? Я могу отследить зону помех, которая движется по району. Хорошо. Я за ним. Зачем? Что там? Не знаю. Камуфляж, если его можно следить. Марс снова испортил мое изобретение. Ты знаешь, кого я преследую. Ты знаешь, кого я преследую. Ты преследуешь кого-то, кто имитирует твое спектральное поле. Ты преследуешь кого-то, кто имитирует твое спектральное поле. Пытается. Я не знаю. Они оснащены киберкамуфляжем. Камеры наблюдения, датчики движения, сканеры тела тебя не обнаружат. Поэтому вы зовётесь бегущими тенями. Оно было у меня все время? Разумеется. А как ты думаешь, почему тебе не приходится сражаться со всей армией Мары сразу? Цель ускоряется. Направляется к ядру башни. Возвращается к Маре. Найди короткий путь. Постараюсь. Что ты делаешь, ты дурак, что ли, блин?
Значит, я преследую другую бегущую тень. Ты преследуешь жалкую имитацию. Простую машину. Цель избежать. Без этих данных у нас не будет ни единого шанса одолеть Мару. Снова повторяешься.
Ну а чё вы ходили? Я и такой уже... Не, реакция не осталась, я просто, блин, говорю. Потому что вот некоторые моменты мне лучше стали проходить. Ну, в общем, всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл, всем удачи и пока.